Всем привет! Мы продолжаем смотреть клипы только что послушанных треков. Как-то так получилось, что они вот следом вышли, и нам приходится это тоже слушать. Итак, сегодня мы слушаем Big Baby Tape. Песенку называется «Turbo». Ты, кстати, десятку поставила. Да? Да, этому треку. Я надеюсь, что клип... Мы же клип сейчас будем оценивать. Я надеюсь, что клип не испортит песенку. Маджестик. Турбо Маджестик. Шапка это вообще ни к чему, это раз. Во-вторых, вот я не люблю, как бы, здесь нет трека как такового. Здесь вот он катается на машине, прыгает на ней, скачет рядом, да, и, скорее всего, это все будет. Вот даже вот была хорошая картинка в начале, когда он шел, а за ними там толпа девчонок. И они, кстати, так хорошо, это ритм. Вот лучше бы, как бы, эту тему, мне кажется, развили, чем просто на машинке. Majestic Carpe, ты не могла летать, я покажу, как делать это. Давай потратим все, давай ведь я молодой. Мне хорошо одному, но думаю, что мне лучше с тобой. Куда она его несет? Ну вот, так как мы оцениваем клип, то клип был средненький. Ну, как бы, да, танцевали было ритмично по музыке, и были отдельные моменты танцевали. Но для меня клип это все-таки, ну, развитие каких-то событий, а не просто там на машинке покататься, что-то снять, кому-то отнести и все такое. Вот, ну и вот песенка. Песенка второй раз уже не так сильно звучала классно, как первый раз. Вот любопытный момент. Обычно песенка первый раз ты ее слушаешь, она тебе не очень заходит, а второй потом думаешь, чего я там придирался. Вот, а здесь, видите, эффект наоборот.
Ну, в целом, как бы, в целом ничего плохого не было ни в треках, ни в треке, ни в клипе. В целом все было нормально. Поэтому придраться особо не к чему. Ну, хотелось бы клип немножко более смысловой. Ну, а так все хорошо, друзья мои. Творите, и будет вам всем счастье. Всем пока.